Всего 4 представления в Сочи, уже более 7 тысяч восхищенных зрителей. Знаменитая династия Филатовых представила в Сочи свой совершенно новый спектакль. Цирк привез на побережье новогоднее шоу с любимыми сказочными персонажами и лихо закрученным сюжетом. Здесь заняты Дед Мороз, Снегурочка, кот, заяц, леший, домовой. То есть те персонажи, которые очень любят дети. И, конечно, зажигание елки, и всякие сюрпризы. И, в общем-то, специальное детское представление было подготовлено для сочинского цирка. Филатовые артисты с мировым признанием не перестают снова и снова удивлять искушенного зрителя. Здесь и акробаты, и иллюзионисты, и эквилибристы, и жонглеры. Вот, например, культовый персонаж комиксов «Человек-паук» парит в воздухе. Дети в восторге. Ну и куда в цирке без животных? Собаки, пони, павлины, носухи, верблюды, дикобразы и даже дрессированные попугаи. Все на одной арене и каждый с уникальным номером. Артисты привезли в Сочи тонны сказочных декораций, новые яркие костюмы, целую фуру светового оборудования и больше десятка медведей. Группа из 15 хищников – самая крупная в мире. Косолапые артисты Филатовых оттачивают мастерство каждый день во время репетиции, чтобы во время представления удивлять зрителей уникальными трюками. Цирк Филатовых – это новое шоу, созданное к юбилею династии. Она отметила 180-летие. Это уже 5-е поколение на манеже. Их представления бьют рекорды по посещаемости в разных городах страны. Увидеть одно из самых масштабных цирковых шоу от династии Филатовых можно уже завтра на манеже сочинского цирка. В декабре осталось всего несколько представлений. А в наступающем году артисты будут радовать жителей и гостей курорта каждый день со 2 января. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».